обменяла 56 тысяч рублей на купюры банка приколов. 85-летняя жительница набережных Челнов стала жертвой мошенников. Пожилая женщина сообщила, что к ней пришли две неизвестные и представились соцработниками. Хозяйки пояснили, что в связи с проводимой денежной реформой в оборот вводят купюры нового образца. Поверив незнакомкам, пенсионерка пригласила женщин к себе домой, где передала им все сбережения. Взамен денег она получила не настоящие деньги, о чем догадалась лишь спустя несколько часов после ухода нежданных гостей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».